А в Шымкенте проходит традиционный международный турнир по вольной борьбе среди молодежи, посвященный памяти генерала Сабира Рахимова. Этот турнир проводится уже в 17-й раз. В этом году в нем принимают участие спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Каракалпакской автономной республики и Казахстана. В общей сложности это 19 команд, 300 участников. Спортсмены из нашей страны в случае победы на мемориальном турнире получат звание мастеров спорта Республики Казахстан.